Итак, знакомьтесь, боец синего угла. Ему 27 лет, рост 162 сантиметра, вес 57,15 килограмма. Его профессиональный рекорд – 11 побед и только одно поражение. Его стиль ММА, дамы и господа, представляющий город Куляб, Таджикистан, вот он, Азам Гафуров! Его соперник в красном углу. Бойцу 24 года. Рост 165 сантиметров, вес 57,15 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед. Только одно поражение его стиле ММА. Дамы и господа, из Красного Россия приветствуйте Мансур Катуев! Рефери Станислав Новицкий. Азамат Гафуров и Мансур Катуев. Абсолютно идентичный практически размах рук, но повыше чуть-чуть будет Катуев. И вот сейчас мы увидим очень большое количество атакующих действий от того и другого. Вес позволяет. Осторожно, какой фронт-кик шикарный. Великолепный размен. Потянулся вперед. Гафуров проваливает его. Катуев. Здорово. Удар на удар опять. Очень быстрый на ногах Гафуров, как я уже и говорил. Разряжается по голове Катуев. Только, в общем-то, волка кормит ноги, но и боксера в том числе. В данном случае, ой-ой-ой, навстречу как пропускает Гафуров. Крайне собранно выглядит Катуев. Видит практически каждую атаку, старается на каждую отвечать. Достает Катуев, но здесь пропускает уже вот такой удар в корпус. Поджимает Гафуров, ищет возможность. Здорово! Перкот Катуев бросает. И справа там Гафуров попал все-таки в этом совершенно диком размене. Очень часто фронт-киком пользуется Катуев. Видно, что готовил он этот удар по внутренней части бедра. Да, выстраивает он через удары ногами дистанцию. Удобную для ударов ногами. Всегда встречается у оппонента практически апперкотом. Ноги из которых уже пришли в цель. Еще один фронт-кик. Здорово. Становится очевидным, что они выполнили свою роль. Не так активно сейчас Гафуров идет вперед. Менял стойки и тут же получил с левой. Пытался лоу-киком закончить этот микроэпизод Мансур Катуев. Пошел вперед. Более откровенным. Менее подготовлено, наверное, чем предыдущие. Разы. И опять поддавливает Гафуров. Хороший, хороший пэкис. Избавился тут же от захвата Гафурова, который готов был побороться. Кайки. Едва не доходит до цели. Не было руки возле челюсти у Азамата Гафурова. Апперкот. Лев боковой, после него последовало. Все пришло в цель. Удар в голову. Браво! Гафуров! Есть попадание от Гафурова у сетки. С ума сходит публика. Встречает правое Хатуев. Попадание левым джебом. Оверхед от Гафурова. Потрясен Хатуев. Еще добавляет. Начинает разряжаться Гафуров. Падает Катуев. Потрясен Хатуев. Возвращается в стойку. Вяжет своего оппонента. Колено. Еще колено. Тяжело стоять Мансуру. Добавляет апперкот. Еще слева. Есть падение. Нокдаун. Через ногу защищается Хатуев. Пробует вставать. Пытается завершить эту серию Азамат Гафуров. И как за поплавок, в общем-то, держится сейчас Мансур Катуев, чтобы спастись от досрочного завершения. Старается восстановиться в этом эпизоде Катуев. Разворачивает его к сетке Гафуров.
в сознании, в общем-то, уже Мансур Хатуев. Заключительная минута первого раунда. Тяжело так вздохнул Мансур. Вновь пропускает челюсть. Здорово Гафоров попадает с дальней руки. Еще одна контратака, чуть менее в цель. Раскачивает, раскачивает. Хороший. Размер! Еще несколько попаданий. Старается отвечать Хатуев. Закачался Мансур! Гафоров! Концовка раунда. Какой бой! Фантастика! Я не знаю, что заставляет оставаться его на ногах. Последнее мгновение. Вновь размен. Два против одного. Вновь челюсть. И вот на этом эффектном правом боковом и великолепном прямом заканчивается первый раунд. Волосы дыбом. Что творят эти парни, восьмиугольники? Что они творят? Посмотрите. Как же методично Гафоров здесь поймал просто свою птицу счастья. Только боковых набросал в корпус, заставил упасть Мансура Хатуева. Здесь потрясен очень сильно был. Заплясали ноги. Великолепное чувство дистанции. Но, пожалуй, не в этом эпизоде. Вот здесь четко в челюсть опять. И просто уже в полубессознательном состоянии Мансур стоит, но продолжает бить навстречу. Вот исключительно в эти минуты проявляется сила характера у спортсменов. Все контролировал в первом раунде Хатуев до того момента, пока не начал работать первым номером. У него прекрасно все получалось делать вторым. Он почувствовал запах крови, пошел вперед и пропустил очень тяжелые удары и проявил потрясающий характер для того, чтобы остаться в бою. Второй раунд. Ну что, сможет ли Азамат Гафоров сейчас довершить свое дело? Или же Мансур Хатуев, как птица Феникс, сейчас восстанет из пепла. Еще боковые, опять попадает Таджиев Гафоров. Слева достает. Хорошие медалки. Гафоров подавливает, подавливает, ищет возможное. Здорово здесь падает Гафоров. Несколько плотных ударов от Хатуева пришлись в цель. Один по корпусу, один по голове. Голова справа. Поем навстречу пытались ударить. Просят из угла. Просят из угла Азамата Гафорова раздергивать. Еще очень хорошая комбинация перехода правой боковой от Гафорова. Мы видим повторение первого раунда в исполнении Мансура Хатуева. Принял работу вторым номером. Классно встречает. Хороший фронт-кик. Локи. От Гафорова на сей раз. Опять. Очень хотел подхватить. Какие перхоты. Прикнул Мансур Хатуев сейчас от Азамата Гафорова. Видно это. Сдерживает сейчас. Хатуев, чтобы не идти вперед, нужно продолжать делать то же самое. Несколько плотных попаданий в этом эпизоде получается у Хатуева. Попадание от Гафорова. Хорошая контратака на попытку этого фронтика в очередной раз. Здорово сместился и попал право. Опять по корпусу. Опять эти шахматы. Заходится перхот левый боковой. Из раза в раз проходит эта комбинация у Хатуева. Бэкфист. Опять великолепное перхотное сближение и там по голове. Попадает Гафоров, но уже не так все прекрасно. Более обоюдным стало противостояние. Пытался подпечь и занырнуть. Здесь уже на обходе действует. Середина второго раунда. Цепляние Гафорова. Фронт-кик. Попытка подхватить. Защищался в этом эпизоде Гафоров.
Артема Хатуева. Апперкот Гафарова. Право прямое Хатуева. Встречный курс. Не сбавляя оборотов, двигаются парни. 2 минуты еще во втором раунде. Посмотрим потенциально. Если все не закончится раньше. Локи. Контратака. Очень тяжело эту ближнюю ногу. Нагрузил уже Азамат Гафаров. Достаточно. Достает справа. Дает стать. Вау. Вот это джентльменское поведение. Пытается достать теперь сам. Очень опасен Хатуев. Есть перевод Паркер в исполнении Хатуева. Крайне своевременный. Контроль. Начинает добивание. Попытка вставания от Гафурова. Приближается к сетке для этого. Старается блокировать это действие. Через кисть защищается Гафуров. Возвращается на ноги. За спиной остается Хатуев. Бьет по бедрам. Меньше минуты до окончания второго раунда. Сохраняет позицию за спиной Хатуев. Старается добивать ноги своего оппонента коленями. Возвращается на ноги Гафуров. Пробует расцепить замок. Возвращает его на настил Хатуев. Разворачивается Гафуров. 10 секунд до окончания раунда. Браво. Дух захватывает от этого поединка. Мурат Бичуев, Аскаб Зулаев. В углу у Мансура Хатуева. Азам Гафуров не садится. Великолепно под опорную ногу. В лучших традициях тайского бокса сбивает. И здесь тейкдаун не менее удачный уже от Мансура Хатуева. В порядке, парни, нет рассечений. Но что они сейчас показывают, восьмиугольники, это полностью тянет на титульный поединок с точки зрения активности, с точки зрения моментов, характера спортсменов, вне всяких сомнений. Настоящее удовольствие. Третий заключительный раунд. Эсей 111. Хатуев Гафуров, напоминаем. Прямо сейчас и продолжаем. Локкик, Хатуев, фронтик сразу же в связке. Выше прошел он Гафуров, пытается зацепить внутренним углом. Ищет еще возможность. Кость пришелся удар очень неприятный. Звук мы сейчас услышали. Какие великолепные! Но на руках несколько ударов пропустил Хатуев и сигнализирует, что было попадание пальцем в глаз. И тут же свистит публика. Очень здорово, если бы мы могли посмотреть повтор. Оценить попадание все-таки, насколько сильное было. Да, вот здесь большим пальцем левой руки. Во время того, как бил, но очевидно, что это было сделано не намеренно. А вот самое попадание. Да, это очень неприятно. Необходимо быть более аккуратным в этом Гафурову. Очень опасно. Дистанцию почувствовал Хатуев, нырнул, но очень его
Ставка. Ставил андеркуки. Азамат готов на выходе бьет. Достает. Еще пытается зацепить внутреннюю голову, вот эту ногу, просто раненую ногу. Масура готова, но он очень ловко прячет ее назад. Ранки. Качает, качает. Хорошо начал. Масур готов выходить из-под этого прессинга. Извиняется Азамат Гафоров, только вроде бы ударили по перчаткам. Нельзя сразу бить, и поэтому сразу же принес свои извинения. Здорово с правой, Хатуев очень жестко встречает. Опять апперкот в связке с прямым. Причем любопытно, что оба пользуются этой комбинацией на протяжении всего боя. И не один раз попер. Чувствуется, что вот сейчас силы точно уходят. Лоу-кик высекающий. И дает встать сейчас Мансуру Хатуеву. Азамат Гафоров. Браво. Возможно, даже немного в минус себе, но также все-таки по-рыцарски это выглядело. И попытка перевода здесь защищается. Здорово Азамат Гафоров. Пробивает по голове из этого положения. Сейчас оба бойца. Еще рубятся, очень много пропускает. Хатуев под ближнюю ногу опять. Локоть. И доходит до цели. Апперкот точно. Левый боковой. Хатуева. Такой неприятный прямой. Чуть-чуть не достает Хатуев. Менее минуты. Менее минуты остается до конца. Здесь здорово двойку и финальный. Гафорова. Еще одно попадание. Попадание уже от Хатуева. Еще одно. Аплодисменты, дамы и господа! Вот это бой! Вот это турнир! Фантастика, просто фантастика! Это сплошное удовольствие! Ждем судейского решения, дамы и господа! Да, пожалуй, это тоже интересная такая деталь. Не менее интересная, скажем так, чем все остальные, которые мы с вами увидели. Да, уверен, нелегко придется судейскому корпусу. Очень толковые, очень талантливые спортсмены.
выжили полный максимум. Так, красивый бой, от души. Да, долго приходится совещаться. Все на ногах. Овации получает Азамат Гафоров от таджикской аудитории. Прыгает на руки своим секундантам. Райан Лейси, комментатор, наш коллега Александр Загорский и представители атлетической комиссии собрались в одном месте и с нетерпением ждут подведения итогов. Получает сейчас имя победителя Александр Загорский и поднимается в восьмиугольник. Внимание! Дамы и господа, в этом противостоянии большинством судейских голосов победу одержал Азам Гафаров, Таджикистан. И аплодисменты его сопернику Мансуру Хатуеву. Это был фантастический бой, это было действительно украшение сегодняшнего турнира. Просто россыпь бриллиантов сегодня. От ММА восьмиугольники Хатуев, конечно, разочарован, но надо отдать ему должное. Он делал сегодня, если не все, то практически. Азам Гафуров, firstly, you and Mansoor put on a spectacular fight for every single ACA fan here and watching at home. Give us your thoughts on the fight and of Mansoor as an opponent. Прежде всего, мы хотим тебя поздравить с такой прекрасной победой в очень зрелищном поединке. Поделись своими впечатлениями. Салам алейкум. Добрый вечер всем. Всем спасибо, кто пришел поддержать нас. Спасибо хочу сказать моим старшим братам Раджаб Али Байонов и Тимур Абдуллаевич. Я этот бой подсвящаю тебя, брат. Спасибо. У меня два раза бой отменился. Тимур Абдуллаевич вам до сих пор мне верит, поверил во мне. Эту победу я посвящаю ему. Спасибо, патриот Абу Зайн, за предоставленную возможность. Хочу поблагодарить свою команду Николая Костенко за все, не за то, что драться учишь нас. И дисциплину, и все ты учишь нас. Спасибо тебе, моим братьям, Джахангир, всем остальным. Спасибо всем. Я очень долго дома не был. Я хочу домой! Спасибо всем! So thank you all the fans that supported me tonight. I would like also to express my gratitude to my teammates, to my elder brothers. Thank you very much. And you've thanked lots of people here and in the cage, but what do you want to say to the people back in Tajikistan? Вот что ты хочешь сказать своим друзьям из Таджикистана? Хочу передать большой салам всем. Мои земляки, вот видите, наша большая армия. Спасибо всем, братья. Ваша поддержка меня заряжает. Спасибо еще раз. Thank you, all my friends from Tajikistan. You grow like an army tonight. Еще раз хочу спасибо сказать Абу Зайд Исмурадович, дайте мне, пожалуйста, если возможно, иностранца какой-нибудь. Я устал с братьями драться, честно говоря. Спасибо всем. Ladies and gentlemen, give it up, Азам Гафуров!
победой. Это, наверное, на данный момент бой вечера, очень зрелищное противостояние вы показали. Скажи вообще, какой был план на бой и что ты думаешь вообще по поединку, твои мысли? План на бой был такой, что поджимать соперника и работать возле клетки. Чуть-чуть с плана вышли мы, отдали два раза прохода в втором раунде. Но там контроля не было, я вставал. Поэтому я считаю, что на 70% мы держали план на бой. И алхамдулиллах, что сегодня победили мы. Был ли ты удивлен, когда твой соперник очень сильно пропустил, ты потряс его, но все-таки он доработал раунд до конца? Да, в первом раунде я мог бы закончить, но я человек такой, что чуть-чуть у меня есть там... не добивал его, думал, бой чуть-чуть на втором этаже закончить. Но на втором раунде я печень пропустил. Там такой вероятность была, что бой может закончиться, поэтому я отдышался и на третий раунд. Поэтому у меня немножко подсел дыхалку, и бой на три раунда делился. Считаешь ли ты, что эта победа выводит тебя вновь на титульный поединок? Да, когда Мансур травмировался, я ждал именно его, чтобы он вылечился и с ним подрался, потому что этот бой меня сблизит к титульному бою. Я других соперников не вижу, потому что он был тоже претендентом, за титул тоже проиграл. Я думаю, что этот бой меня приблизит к титульному бою. Все. Спасибо. Мансур. Очередной очень сильный соперник, очередная возможность, наверное, была после этого поединка подраться за пояс, ты это все понимал, осознавал, насколько сильно ты был мотивирован перед этим поединком, скажи. Вы знаете, я вчера после вечера с тренером говорил, что в этом бою для меня самое важное было поднять руку, не важно, буду я выступать дальше или нет, просто мне генерал ничего не надо было. Просто, чтобы я выиграл этот бой. Для меня это было все, но, к сожалению, я проиграл. Не знаю, посмотрим. Давай немножко разберем с тобой поединок. В первом раунде ты пропустил серию, тебя пошатнуло. Расскажи в этот момент, что ты чувствовал. Да, я в первом раунде удар пропустил, сильный удар. То ли это правый прямой был, наверное. Он обычно правый прямой бил. После этого я старался рубиться, чтобы не закрываться. Если бы я закрылся, он, наверное, меня добил бы. Я старался атаковать за их, контратаковать. Получилось так, но... Во втором раунде ты чувствовал себя гораздо лучше, ты восстановился и выиграл второй раунд, мне кажется. Да, второй раунд выиграл. В третьем раунде чуть-чуть не хватило сил. Не сказал бы, что все, я просто старался его перевести, когда я увидел, что я могу его перевести и держаться. Партеры за спину. Я думал, что третий раунд так проведу, но я много увлекся борьбой и пропускал удары. Я тупо просто хотел в борьбу влезть. Тебе казалось на момент, когда закончился поединок, что ты, в принципе, достаточно сделал для того, чтобы подняли именно твою руку? Знаете, достаточно не сказал бы. Я думал, я выиграл. Просто третий раунд я концовку забрал, и концовка как бы тоже... предпочтительнее бывает. Я думал, что есть шанс, когда судьи уже стали колебаться, я думал, дадут победу. Но там были равные шансы. Но то, что я пропустил, иногда судьи, концовку раунда больше там, оценивают. Тут все по-другому. В любом случае, ты возможно, не доработал. То, что не доработал, это видно по бою. Не знаю, посмотрим. На данный момент ты показал одно из лучших выступлений вечера. Алды Хабир, привет.